So here's another alternative cast on for Passap. You can use it on Duo 80, you can use it on E6000, both. You don't need electronics for that. Значит, еще один вид набора петель для однофантурного вязания на пасапе. Либо E80, либо Duo 80, либо ES6000 на обеих машинах будет нормально работать. Не нужен вам никакая здесь электроника, все вручную механическим способом делается. So, we start with threading the machine the regular way. То есть заправляете машину как обычно, заправляете нитку как обычно, закрепляете ее снизу. Then you turn your set up your lock to GX, потом переводите каретку на холостой ход GX и переводите ее на левую сторону. Now you put up the working positions, the needle that you need to cast on. Затем в рабочее положение выводите, сколько вам нужно иголок. Pull the thread from under this. Вытягиваете нитку снизу, чтобы она осталась у вас заправленная. И переводите ее вот на эту сторону. Делаете наш узелочек, воздушную петлю. So you do the slip knot. You pull the first needle all the way up and you put the slip knot on it. И затем затягиваете этот узелочек, но не очень туго, но тем не менее затягиваете его на первой вашей игле. Затем выставляете вперед вторую иглу, then you pull the second needle up, you wrap your thread around the second needle and knit through the slip knot on the first needle. Pull it a little down so they're not too tight. Затем вы обвиваете иглу справа и провязываете иглу, которая слева. И вот вытягиваете ее немножко сюда, чтобы не очень туго у вас получалось. И вот в таком вот, в такой манере продолжаете набирать. So you continue in this manner until you reach the last needle. И в такой вот манере продолжаете набирать до тех пор, пока не дойдете до последней иглы. Ну, допустим, вот у нас я взяла небольшой здесь участок, чтобы не очень долго было. Старайтесь, конечно, чтобы у вас эти петли получались одинаковые. So try to keep these stitches that you're forming more or less the same size. So when you get to the last one, когда вы доходите до последней, вы просто ее еще раз провязываете. You simply knit through one more time. There. Вот, у нас your cast on is finished. So наш набор закончен. Теперь мы продолжаем в обычном режиме. So you set up your needles as you would for the single bed knitting. Здесь у вас также остается на GX. Мы переводим каретку направо. So we move our locks to the right. We set it up for single bed knitting. Вставляем наши черные толкатели для однофантурного вязания. Switch your lock to the regular knitting. Переводим каретку на режим нормального вязания. Get our thread, pull it back a little bit, and carefully, и аккуратно провязываем первый ряд. Первые несколько рядов провязывайте не спеша. So the first few rows, don't rush it, but after a few rows, you should be good to go.